Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня представляем вашему вниманию обзор альгинатной маски с лепестками роз. Маска на основе бурых водорослей – это поистине настоящий уход королевского уровня. Входящую маску порошок розовой глины придает ей противовоспалительный характер и позволяет устранять такие дефекты, как прыщи, углевая сыпь и другие воспаления. Кроме этого, розовая глина также способна на устранение очагов воспаления, дезинфекцию, тонизирование, отбеливание, защиту. Экстракт лепестков розы находится в списке лидирующих ингредиентов и характеризуется преимущественными свойствами. Противовоспалительное, способно бороться с грибковой бактериальной инфекцией. Увлажняющее, регулирует секретивный механизм сальных желез. Укрепляющее, заживляющее, укрепление тургора кожи, мощнейший антиоксидант, восстанавливает поврежденную кожу, успокаивает раздраженную. Разглаживание кожи, борьба с растяжками и целлюлитом. Щедрое содержание в альгинатной маске селена, железа, йода и витаминов А, С и Д отлично питает и наполняет кожу жизненной энергией и полезными веществами. После ее аппликации надолго исчезают мелкие линии морщин, кожа приобретает гладкую структуру и ухоженный вид. Показания применения таковы: чувствительная кожа, первые признаки старения, пигментация, кожное воспаление. Вот такой коробочке мы отправляем альгинатную маску с лепестками роз нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!